И сегодня же результаты голосования депутатов прокомментировал политолог Александр Чернявский. По его мнению, выбор именно этих двух заместителей связан с их близостью к губернатору Александру Усу. Яблов всегда входил в ближний круг Александра Усу. И, например, в прошлом году он рассматривался как один из возможных претендентов на пост главы Красноярска. Что касается Попова, ну, тоже человек лояльный Усу.